В Иркутской области, как и в целом в стране, ситуация, конечно, очень напряженная, сложная. Мы видим рост количества пациентов и в Российской Федерации в целом, больше 34 тысяч случаев в сутки. В Прибайкалье также возросло количество пациентов, регистрируемых в сутки, больше 390 случаев. То есть это действительно много, это тревожно. И это значит, что действительно мы сейчас должны собраться и все меры, которые необходимы, предпринять и для сдерживания вот этого роста заболеваемости, для сдерживания смертности, для оказания своевременной и качественной помощи пациентам с COVID-19. И, конечно, с целью профилактики этого заболевания мерами вакцинопрофилактики. Мне довелось посетить много регионов, много региональных медицинских лечебных учреждений, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, в том числе и реанимационные отделения, и в том числе и, как я говорил, реанимационные отделения в Иркутской области. И вот из первых уст вам могу сказать, что действительно среди тяжелых пациентов я не вижу пациентов вакцинированных, а это самое главное, потому что вакцина, она не может защитить нас от заражения, безусловно, но она точно защищает нас от тяжелого течения инфекции и от самого неблагоприятного исхода, от смерти. И поэтому сегодня, когда нарастает заболеваемость и мы видим высокую летальность, конечно, вакцина, профилактика, прививка – это та мера, которая позволит каждого защитить от таких неблагоприятных исходов.